Всем привет! Представляю вам очередную подборку крутых товаров с AliExpress для вашего авто. Автомобильный компрессор. Мне надоело тратить деньги на одноразовые компрессоры из Ашана. Поэтому я решил поискать хороший компрессор на AliExpress. И нашел. Я заказал компрессор от Xiaomi. Работает он от стандартного прикуривателя. Установлен компрессор в специальный металлический футляр с ручкой. Вытаскивать его оттуда не надо, он прикручен. Для работы просто нужно указать значение давления, которое вам необходимо, и он сам накачает колесо и остановится. Работает компрессор очень тихо и быстро. Отличный компрессор. Сгодится даже на подарок другу, так как выглядит очень симпатично. Рекомендую. Магнитола на базе Android. Сейчас на рынке магнитол можно найти множество моделей на базе Android, поэтому они стали достаточно дешево стоить. На AliExpress есть магазин автомагнитол, который предлагает реально классное устройство. Модель TS Pro оснащена 4 ГБ оперативной памятью и 64 ГБ встроенной памятью. Огромный 10-дюймовый экран и яркая IPS-матрица с разрешением Full HD выдает качественное изображение. Также в магнитолу установлена GSM-модуль, GPS-навигация и камера заднего вида. В комплекте с магнитолой идет передняя панель под ваш автомобиль. Так что с установкой проблем не будет. Все кабели и штекеры идут в комплекте под вашу модель автомобиля. Датчики давления шин. Есть несколько вариантов устройств. Вариант, который подключается к Android-магнитоле через USB-порт, и вариант с автономным дисплеем. Сами датчики давления бывают внешние в виде колпачка и внутренние, которые надо устанавливать в шиномонтажке. Внутренние, конечно, получше, их не украдут. Датчики передают информацию в реальном времени на монитор. Кроме давления, также показывается температура воздуха в шинах и заряд встроенной батареи. Батарейки должно хватить примерно на 3 года. Если давление в шинах падает, вы сразу получаете звуковой сигнал и оповещение на мониторе. Проектор скорости на лобовое стекло. Отличный продукт и простота установки, отлично работает. Длинный удобный кабель, который можно будет спрятать под панель. Скорость хорошо видна как днем, так и ночью. Система контроля слепых зон. Эта система помощи водителю способна определить и предупредить водителя о наличии помехи в слепой зоне. Такая система в заводской комплектации бывает в автомобилях премиум-класса. Тем не менее, ее можно купить и смонтировать самостоятельно. Система состоит из определенных датчиков и индикаторов, зеркало со светодиодными индикаторами, которые уведомляют о присутствии в слепой зоне различных препятствий. Сигнал, который звуком информирует об опасности во время включения поворотников. Датчики, которые устанавливаются на заднем бампере. Они контролируют наличие помех в слепой зоне. Из-за того, что световые индикаторы встроены в зеркало заднего вида, его придется установить вместо родного. Поэтому при заказе нужно выбрать зеркало для своей марки и модели автомобиля. Спасибо за внимание. Оставляйте свои отзывы в комментариях.